божественный театр, люди божественные, и дети там. Я когда-нибудь напишу, ну, про Смехова-то обязательно, и вообще про каждого из них, про Юрия Петровича написал, про... И вот одно из стихотворений из этих серий, посвященное актерам театра Таганки, я прочитаю, эти стихи называются «Оптимистический реквием», и они, конечно, несерьезные, вот, ну, я их сейчас в такой день прочитаю. За упокой Высоцкого Владимира, колено преклоненная, братва, разгладившими хлопки, выводила его посторонние слова. Владимир умер в 2 часа, и бездыханно стояли серые глаза, как 2 стакана, а по лицу росли усы. Пустой утехой резинкой врезались в трусы. Разит аптекой спишен санье всея Руси. Опять ушел твой ангел в небеси обедать. Володька, если горлом кровь, Володька, когда от умных докторов воротит, а баба русый журавей в отлете кричит за 30 земель. Володя, ты шел закатной Москвой, как богомат с мастеровой, чуть выпей. Шел популярней, чем Пеле, носил гитару на плече, как пару нимбов, один для матери большой, золотенькой, пойми для мальчика меньшой. Володя, за этот голос хрипотцой дрожь сводит, отравленный хлеб, соль, мелодии купил у Варюшки шар цветной, да не походишь отныне вечный выходной в свободе. О, в склифосовке филиал Евангелия, и воскрешающий сказал закрыть едальники твоею песнею гремя. Под маскою врачи произвели реанимацию, вернули снова жизнь в тебя. И ты, отудобив, нам всем сказал: вы все туда, а я оттуда. Грите, оркестры, козыри, крести, Высоцкой воскресе, воистину воскресе. Хоть первый, а не 400-й, я тогда это делаю. А сейчас у нас...